Два рейса вне расписания. Сегодня в Москву прилетели россияне Александр Александров и Евгений Ерофеев, которые год провели в заключении на Украине. А в Киеве примерно в это же время приземлился самолет с Надеждой Савченко. Украинскую военнослужащую, осужденную по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе, по просьбе их родственников помиловал Владимир Путин. Подробности главной темы дня у Георгия Алисашвили. Долгожданная встреча прямо у трапа российских граждан Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которые больше года находились в заключении на Украине, встречают жены. Женщины не могут сдержать слез. До сих пор у них не было никакой связи с мужьями. И все, что оставалось, верить и надеяться на их возвращение. Очень прям переживали, надеялись, что они к нам вернутся скоро. Прям очень ждали. Верили, что никто их там не бросит. Морально, конечно, было очень тяжело, потому что когда они... Женя, когда уволился, уехал на Донбасс, я за него очень переживала. До последнего все детали оставались неизвестны. Из Киева в Москву Александра Александрова и Евгения Ерофеева доставил вот этот спецборт Ан-148 авиакомпании «Россия». В столичном аэропорту Внуково он приземлился без 22. Евгений Ерофеев и Александр Александров были задержаны украинскими военными в мае прошлого года в Луганской области. Их обвиняли сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в терроризме и якобы убийстве украинского солдата. Местные СМИ с подачи прокуратуры даже называли обвиняемых сотрудниками ГРУ России. А позже СБУ Украины заявило, что россияне состоят на военной службе. Однако, как уточнили в Минобороны России, на момент задержания Александров и Ерофеев действующими военнослужащими не были. Сами они неоднократно утверждали, что приехали в Луганск добровольцами и преступлений, в которых их обвиняют, не совершали. Является случаем момент, почему есть доказательства документальные, вещественные. 16 мая никого не убивал, не стрелял, даже не видел потерпевшего. Никого не нападал, не было такой цели. Суд над ними проходил в рекордно короткие сроки, и в итоге оба были приговорены к 14 годам лишения свободы. Адвокат Александрова Юрий Гробовский на процессе доказал, что калибр оружия, из которого, как утверждал следователь, был убит украинец, не соответствует размеру ран на его теле. После этого был убит сам адвокат Гробовский. А в Киеве обнародовали кадры, на которых юрист как будто через силу говорит, что отказывается защищать своего клиента. Как бы то ни было, ни Ерофеев, ни Александров своей вины не признали. Показания, говорят, давали под пытками. Я не признаю свою вину ни по одному из предъявленных мне государственных обвинительных обвинений. Прошу суд принять оригиналы. Как сегодня заявил новый адвокат Александрова Валентин Рыбин, ни его клиент, ни Ерофеев не подавали прошение о помиловании. Его инициировала украинская сторона. И сегодня же Владимир Путин помиловал Надежду Савченко, приговоренную в России к 22 годам лишения свободы. Как установило следствие, кадровый офицер Надежда Савченко 17 июня 2014 года находилась в расположении одиозного батальона «Айдар», преступление которого в Донбассе признала даже украинская сторона. В районе поселка Металлист Луганской области Савченко вела скрытое наблюдение и корректировку артиллерийского огня по участку блокпоста луганских ополченцев. Кроме военных, там были и мирные граждане, в том числе наши коллеги, журналисты ВГТРК. Двое из них, Игорь Корнелюк и Антон Волошин, в результате обстрела погибли. Согласно материалам уголовного дела, Савченко, как корректировщик, в отличие от тех, кто вел огонь, прекрасно видела, по кому будет нанесен минометный удар. Действовала, как учили. Вопреки утверждениям украинской стороны, она не летчица, а наводчица. По сути, бортстрелок. Помиловать Савченко, чья вина была доказана на суде Владимира Путина, попросили родственники погибших репортеров. В описании указано. Предшествовала утром встреча Владимира Путина с родственниками наших погибших журналистов ВГТРК, с Волошиной Марианной Дмитриевной и с Корнелюк Екатериной Сергеевной. Это, соответственно, сестра и вдова наших погибших журналистов. В свою очередь, этой встрече предшествовали обращения на имя главы государства от упомянутых родственниц, которые были написаны еще 22 и 23 марта соответственно.
обращении, в котором Марьяна Дмитриевна и Екатерина Сергеевна, исходя из соображений гуманности, обратились к президенту с просьбой помиловать Савченко. Обращались родственники погибших и к Виктору Медведчуку. Спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе назвал указы о помиловании решением, которое может помочь преодолеть кризис в российско-украинских отношениях. За мирную инициативу Екатерину Корнелюк и Марьяну Волошину сегодня на встрече поблагодарил президент. Уважаемые Марьяна Дмитриевна, Екатерина Сергеевна, знаю, что более чем 2 месяца назад, точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком, и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Я сейчас не буду возвращаться к той трагедии, в результате которой вы потеряли своих близких. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь. Большое вам спасибо. Я сегодня на встрече с президентом Российской Федерации высказал благодарность ему за принятие политического решения и подписание указа о помиловании гражданки Савченко. И высказал искреннюю благодарность Екатерине Сергеевне Корнелюк и Марьяне Дмитриевне Волошиной, что они нашли в себе мужество, благородство и пошли на тот шаг, чтобы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с ходатайством о помиловании Савченко. Это действительно гражданский мужественный шаг, и я выразил им благодарность за то, что это произошло, и как результат стало возможным помилование Савченко президентом России. Не успел самолет с Надеждой Савченко приземлиться в Киеве, как украинские политики наперебой стали делать громкие заявления, превращая ее возвращение в пиар-шоу. Осужденную за убийство журналистов Петр Порошенко наградил орденом Героя Украины, а потом устроил пресс-конференцию. Для человека, который несколько раз объявлял голодовку, Савченко выглядит невероятно полной сил. Долгих 709 дней. Долгие 709 дней мы переживали, молились, активно действовали, организовывали акции протеста, чтобы наступил сегодняшний день. Сегодня на моей страничке в социальных сетях появилась надпись «Добро пожаловать домой, Надежда». Слава Украине! Ситуация вокруг Савченко – это, конечно, чистейший пиар со стороны украинской власти, потому что мы знаем, как развивались события. И Савченко фактически сделали такую икону, идола для украинского народа, хотя по сути это как был, так и остается не более чем миф. Не более чем 2-3 недели будет достаточно для того, чтобы увидеть, что Надежда Савченко необходима была именно в России и именно в заключении. О том, что Савченко едва ли позволит украинским политикам долго красоваться на своем фоне, говорили давно. Сама она уже успела выступить с противоречащими друг другу заявлениями. Отметила, что сделает все для выполнения Минских соглашений, но в то же время сказала, что готова в любой момент отправиться воевать в Донбассе. Путь к миру, по ее словам, лежит через войну. Местная пресса жадно ловит каждый жест и каждое слово, как будто перед ними поп-звезда. Из самолета вышла босая. Сегодня она поест домашнего борща, а потом пообещала выпить 2 литра водки. Тем временем наши граждане Ерофеев и Александров вернулись домой. От уголовной ответственности они полностью освобождены. Георгий Алисашвили, Павел Волконский, Григорий Емельянов, Первый канал.